прибудут по первому требованию. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отмечают профессиональный праздник. Они несут службу на режимных предприятиях, следят за общественным порядком, предотвращают преступления. Один день за их работой наблюдал Александр Потенихин. Резиновые дубинки, бронежилеты, каски, рации – все, что может пригодиться экипажу вневедомственной охраны. И обязательно табельное оружие. Его заряжают боевыми патронами. Перед выходом на маршрут патрулирования – инструктаж. Там рассказывают о задачах, передают ориентировки на предполагаемых преступников. Приметы подозреваемого. Мужчина на вид 30-35 лет. Рост 155-160 сантиметров. Удачавый. Сотрудники подразделения вневедомственной охраны несут службу в круглосуточном режиме. По маршрутам патрулирования перед заступлением на службу, скажем, сотрудникам проводится инструктаж. Значит, доводится информация о лицах, находящихся в розыске за совершенные те или иные преступления. На пульт приходит тревожное сообщение. Дежурный сразу же передает информацию экипажу. Позывной, время, адрес. Охранники правопорядка пока не знают, что их ждет на месте. 55, туман. 55. Деление 86, программное 12, топор. 8.38. Магазин «Фасоль». Железнодорожная 8/3. Тревожная кнопка. В магазине нетрезвый мужчина. Буянит и отказывается платить. Вневедомственная охрана приезжает на место за считанные минуты. При виде силовиков от смелости дебошира не остается и следа. Куда вы меня тащите? Как раз для таких случаев у продавцов тревожная кнопка. Она похожа на небольшой брелок. После нажатия сигнал немедленно отправляется на пульт диспетчера. Кнопка охраны, потому что нас охраняют ребята. Сейчас такое время тяжелое, смутное. Мало ли что может быть, поэтому кнопка охраны у нас всегда под руками. Для большинства сотрудников охраны это дело призвание всей жизни. Иван Бесконченко мечтал о такой службе с самого детства. Я год служу, выбрал профессию, так как давно мечтал служить в госучреждениях, носить погоны, граждан защищать. У меня родственники есть также в госучреждениях. В преддверии профессионального праздника сотрудников ждет обычное дежурство. Все потому, что охранять город приходится круглосуточно, даже в праздник. Александр Потенихин и Олег Королевец, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.